Не секрет, что высококвалифицированный перспективный специалист играет важную роль в развитии любого предприятия. На рынке труда большой спрос именно на профессионалов. И Алмалыкский горно-металлургический комбинат также заинтересован в привлечении в свои ряды высокообразованных, креативно мыслящих специалистов. В целях формирования кадрового резерва и удовлетворения потребностей высококвалифицированных специалистов АГМК налаживает взаимовыгодное сотрудничество с вузами нашей страны и зарубежья, в том числе с Алмалыкским филиалом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, немалое количество выпускников которого сегодня трудится в различных подразделениях комбината. Для успешной интеграции науки и производства, повышения качества образовательного процесса для студентов 4-го курса кафедры автоматизации технологических процессов производства Алмалыкского филиала НИТУ МИСИС была организована очередная экскурсия в подразделение Алмалыкского горно-металлургического комбината. Студенты филиала в сопровождении заместителя председателя правления по экономике, финансам и трансформации АО «Алмалыкский ГМК» Фирузы Хамидовой побывали в цехах Центрального ремонтно-механического завода, Управления промышленного железнодорожного транспорта и Управления технологического транспорта. Ведущие специалисты АГМК ознакомили ребят с историей развития производства, нововведениями, внедряемыми в технологические процессы, а также роли автоматизации в совершенствовании, увеличении объемов и повышении качества выпускаемой комбинатом продукции. Первым пунктом познавательной экскурсионной программы стал Центральный ремонтно-механический завод, созданный для изготовления запасных частей, ремонта узлов оборудования, автотранспорта и специальной техники, восстановления и изготовления деталей с последующей механической обработкой, производства стального, чугунного и цветного литья, изготовления сварных металлоконструкций и нестандартного оборудования, слитков и ШП, горно-шахтного оборудования, гумирования резинотехнических изделий, производства ферроматериалов, каменного литья и других работ для ремонтно-эксплуатационных нужд горно-металлургического комбината. Центральный ремонтно-механический завод также является главным исполнителем программы локализации на АГМК. Затем студенты НИТУ МИСИС ознакомились с деятельностью службы координации производства и логистики и железнодорожного цеха номер 3 Управления промышленного железнодорожного транспорта. Было отмечено, что основными задачами коллектива УПЖТ является перевозка руды, добываемой на рудниках Кальмакыра и Сарычаку на обогатительной фабрике, а также перевозка скоростных пород карьера Кальмакыра и Ёшлик-1. Кроме того, в ведении работников УПЖТ и перевозка народно-хозяйственных грузов, приходящих на комбинат и отправляемых с АГМК железнодорожным транспортом, а также другие технологические перевозки грузов на фабрики и заводы. В феврале 2022 года в ОПЖТ начала свою работу служба системы управления автоматизацией технологических процессов, активно внедряющая цифровизацию в транспортную отрасль. Поддержанием железнодорожного транспорта в надлежащем порядке занимается коллектив железнодорожного цеха номер 3. Это своего рода специализированное лечебное, в кавычках, учреждение, в котором организовано планово-профилактическое обследование и лечение тяговых агрегатов и тепловозов, путевой и тракторной техники, а также изготовление запасных частей. Заключительным пунктом экскурсионной программы стало управление технологического транспорта, на балансе которого технологический транспорт и дорожно-строительные механизмы, автосамосвалы БелАЗ, полиоросительная техника, гусеничные и колесные бульдозеры, автогрейдеры, фронтальные погрузчики и многое другое. Ребята побывали в учебном классе, где на специальном тренажере попробовали свои силы в управлении автосамосвалом БелАЗ. А также ознакомились с деятельностью отдела координации производства. Рассматриваем каждый БелАЗ, что надо отремонтировать, сколько времени продается. Это мнемосхема. Подобные производственные экскурсии студентов вузов на АГМК помогают налаживать взаимовыгодное сотрудничество с вузами нашей страны и зарубежья, что положительно влияет на формирование кадрового резерва и удовлетворение потребностей высококвалифицированных специалистов.